Восьмиэтажное здание в форме куба, облицованное синим стеклом, по мнению молодых инженеров, символизирует сапфир. Ценные и уникальные разработки в области энергетики будут производить внутри нового международного инжинирингового центра группы компаний «Электрощит». В торжественном открытии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава администрации Самары Олег Фурсов. Завод «Электрощит» производит более трети всей электротехнической продукции на отечественном рынке. Самарское оборудование и комплектующие востребованы и за рубежом. Предприятие входит в состав международной компании, лидера в области управления энергетикой. Теперь в Самаре к крупнейшему производству добавился и передовой центр инженерной мысли. Такая крупная компания сегодня вот базируется не просто каким-то производством. Тут в том числе будут работать люди, которые создавать будут новые вещи. И они понимают, что пришли сюда по-настоящему, надолго, и делать вещи, которые, может, будут работать 10, 15 или на 20 лет вперед. Более 300 сотрудников, молодые талантливые конструкторы, инженеры, маркетологи, технические эксперты будут разрабатывать проекты стоимостью в миллиарды рублей для России, стран СНГ и даже Африки. Здесь разместится и департамент комплексных энергетических решений, новое направление, специалисты которого создают проекты под ключ, от идеи до воплощения. Этот центр будет очень важен, потому что если не бежать, если не упражняться, если не идти вперед, вот наши конкуренты будут нас обгонять. А мы хотим быть за год законодательной моды в электрической области. Не случайно международные инвесторы стремятся развивать бизнес именно в Самаре. Городские и областные власти открыты для сотрудничества и помогают в реализации передовых идей. В областной столице уже строится еще одно уникальное для России предприятие по производству так называемых сухих трансформаторов. А в перспективе лидер в сфере энергетики планирует открыть и центр полного спектра финансовых услуг, который будет обслуживать все заводы компании в СНГ. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.